Меня зовут Алексей Ницца, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о том, как быстро сделать анимационную GIF-картинку из видео или набора изображений. GIF-картинки – это анимированные изображения или короткие зацикленные видео, которые сегодня являются одним из самых популярных визуальных форматов в интернете. Их можно с легкостью вставить, как обычную картинку, на свой сайт. Сегодня я расскажу о трех онлайн-сервисах, которые помогут быстро создать GIF-картинку из видео или набора изображений. Ссылки на них вы найдете в описании к этому видеоуроку. Для примера я взял видео на YouTube, из которого и буду делать GIF-картинку. Для этого я копирую ссылку и перехожу в первый сервис – Animated GIF Generator от imgflip.com. Здесь можно создать GIF-картинку из видео или набора изображений. Начнем с видео. Нужно просто вставить ссылку, после чего появляется окно настройки, где можно выделить нужный фрагмент видео, не более 10 секунд, выбрать качество, нанести текст, ввести название и теги для будущей GIF-картинки. Как только все настройки сделаны, можно нажать Generate GIF, и анимированная картинка будет готова через несколько секунд. Результаты можно поделиться с помощью ссылки или вставить с помощью кода на свой сайт. Также можно скачать картинку на свой компьютер. Теперь я перейду в раздел создания GIF-картинки из нескольких изображений. Я загружаю заранее подготовленные изображения и появляется окно настройки, где можно выбрать паузу между картинками, ширину и высоту финальной GIF-картинки, а также качество. Здесь же можно ввести название и указать теги. После нажатия Generate GIF получаем готовую анимированную картинку. Переходим ко второму сервису Video to GIF от Imgur. Здесь принцип такой же. Вставляем ссылку на видео, выбираем нужный отрезок видео. При необходимости можно добавить текст и генерируем GIF. Результаты можно поделиться с помощью ссылки или с помощью кода. Переходим к третьему сервису Make a GIF. Он также позволяет создавать GIF-картинки из нескольких изображений, видео, записи с веб-камеры или из других GIF-ок. Для примера создадим GIF из нескольких изображений, также загружаем их, настраиваем конечный вариант и получаем результат. GIF-картинка из видео делается привычным способом. Вводим ссылку на видео, выбираем начальную точку и длительность и получаем результат. Таким образом, с помощью этих трех сервисов можно быстро создать анимированные GIF-картинки, которые можно использовать для материалов своего сайта. По качеству финальной GIF-картинки мне понравился сервис Video to GIF от Imgur.